В прошлой серии проекта «Преображение» героиня Ольга познакомилась с инновационными тренажерами, а также посетила процедуру газожидкостного пилинга для выравнивания структуры кожи. Следующий этап комплексной программы снижения веса и омоложения – фотохроматерапия. Эта методика основана на лечебном действии света и цвета. Цветовые электромагнитные излучения положительно действуют на дерму, улучшая обмен веществ в клетках кожи и в организме в целом. Цвета разного спектра действия, в зависимости от проблем, которые имеются у клиента, мы уже косметологи подбираем, какой цвет нужно подобрать именно в данном частном случае. Для Ольги рекомендован синий цвет, обладающий противовоспалительным и антибактериальным действием. Следующая процедура, которая ждет нашу героиню – микротоковая терапия. Она направлена на улучшение кровообращения, которое происходит как за счет расслабления мышц, так и за счет их тонизации. В итоге кожа получает больше необходимых ей питательных веществ и кислорода, уходит краснота и улучшается цвет лица. Это принцип действия микротоковой терапии, вот он, аппарат представлен. Направлено на мышцы. Прорабатываем мышцы, их стимулируем благодаря тому, что подаются микротоки. Токи низкой частоты и силы, процедура практически безболезненная, никаких неприятных ощущений нету. Микротоки стимулируют клеточную регенерацию, обменные процессы, выработку коллагена и эластина естественным путем. В следующей серии проекта «Преображение» мы подведем предварительные итоги комплексной программы путем диагностики. После процедуры стало намного глаже. А также Ольга освоит новые виды инновационных тренажеров. Здоровье хочу, самое главное, потому что стало уже тяжело ходить, одышка появилась, колени устают.